Здравствуйте! В эфире программа DGTU News. В студии Анастасия Сергеенко и Викториен Тамба. По традиции начнем с главных новостей нашего университета. ДГТУ на радость всем и студентам, и сотрудникам торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В университете завершился турнир по мини-футболу на Кубок Престижа. Три фестиваля по различным направлениям собрали в нашем университете тысячи студентов из разных вузов России. В ДГТУ на один универ стало больше. Настя, ты имеешь в виду, что в нашем университете появилась новая структура? Можно сказать и так. В ДГТУ открылся новый, современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Универ». Наша съемочная группа следила за процессом строительства от закладки первого камня до торжественного открытия и первого старта пловцов. Итак, смотрим репортаж с места событий. Торжественная закладка первого камня в основании физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном ДГТУ. Этот комплекс строили по программе партии «Единая Россия. 500 бассейнов». Правительство Ростовской области и региональное отделение партии выделили нашему университету беспрецедентную сумму на возведение комплекса – 40 миллионов рублей. Оказывали всяческую организационную помощь и поддержку этого проекта. Комплекс строился в ДГТУ рекордными темпами. Минуло чуть больше полугода ударного строительства, и долгожданный день открытия комплекса и ввода его в постоянную эксплуатацию настал. На это торжество приехали высокие гости, те, кто в марте начали строительство. Мы не очень не сами верили в то, что у нас получится, потому что оказались в этих 17 уже, когда поезд двинулся. И что самое приятное, мы только что обсуждали, руководством университета, что оказавшись в этом поезде, мы опередили многие регионы, где были ранее запланированы такие комплексы. И в общем-то получилось меньше, чем за полгода. Вы понимаете, что это очень быстро, в этом были заинтересованы все, кто хотел это сделать, но больше всего те, кто вот сейчас громко кричит «Ура!». Вместе мы сила. Я вас всех поздравляю с этим замечательным событием. Спасибо! Спасибо вам, дорогие коллеги, студенты, преподаватели, сотрудники, которые поверили и вместе со мной построили и создали этот великолепный комплекс. Спасибо, поздравляю и благодарю. Я думаю, что это не последняя победа, которую вы одержали. Я вас поздравляю, самого доброго. Красную ленточку торжественно перерезали губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, ректор ДГТУ Виссарион Чехович Месхий Высокие гости осмотрели новый физкультурно-оздоровительный комплекс. И, конечно, прежде всего зашли полюбоваться просторным, блистающим чистотой бассейном комплекса с его 6 25-метровыми водными дорожками. Водные дорожки бассейна открыл символический первый старт лучших пловцов университета. Физкультурно-оздоровительный комплекс ДГТУ имеет все для воспитания будущих олимпийских чемпионов. На этажах комплекса расположены тренажерные залы, залы для занятия силовыми видами спорта, оборудованные по последнему слову техники бытовые помещения для спортсменов и современные системы управления комплексом. Полностью такой же зал. Виссарион Чухович от имени студентов и сотрудников ДГТУ выразил благодарность региональному отделению партии «Единая Россия», администрации Ростовской области, Министерству образования и науки Российской Федерации за помощь и содействие в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот комплекс откроет дорогу к здоровью и успехам в большом спорте еще не одному поколению студентов. Бассейн весь новый, такой у нас, по-моему, единственный в Ростове-на-Дону. Все вот эти вот технологии использованы, самые последние. Ну, очень нравится. Бассейн замечательный, я доволен. Есть теперь где потренироваться. Я думаю, что теперь каждый студент с ДГТУ сюда будет спокойно, сможет ходить. Все больше спорта в нашем университете. Сегодня все сделано. Я думаю, что это как раз результат работы. Это ректора, это строители,
Это те, кто занимался от правительства области и от нашего регионального отделения партии «Единая Россия» реализации проекта. Я очень доволен, то, что я учусь в ДГТУ, то, что такой бассейн хороший и как бы новый как бы, уровень. Алена Такий, Анастасия Сергиенко, Яков Кардо, Юрий Баланда, Дмитрий Годинов, Игорь Шабуров, ДГТУ ТВ. С появлением универа у студентов ДГТУ появилась возможность реализовать себя в новых спортивных направлениях, таких как плавание. Однако не перестают развиваться уже сложившиеся виды спорта. Завершился 22-й турнир по мини-футболу «Кубок престижа». Репортаж Марии Якушечкиной. Что такое престиж? Для каждого это слово имеет свое особое значение. Но для студентов ДГТУ это слово прежде всего ассоциируется с футболом. Прямо сейчас за моей спиной идет финальная игра на Кубок престижа между двумя сильнейшими командами – «Темп» и «Торнадо». Кто же заслуживает звания самой престижной команды? Узнаем чуть позже. На протяжении двух месяцев на базе ДГТУ за Кубок престижа сражались 36 футбольных команд, в числе которых сборные общежитий, факультетов, команды иностранных студентов, а также сотрудников и выпускников университета. Мы приехали сюда, во-первых, поздравить ребят, подарить им памятные призы. Вот, мы это делаем ежегодно. В финальной игре за главный приз сразились две самые сильные команды – «Торнадо» и «Темп». Бороться на равных с многократными обладателями Кубка престижа «Торнадо» футболисты «Темпа» сумели лишь в первом тайме. В итоге счет 3-0. Таким образом, «Торнадо» стал пятикратным обладателем кубка. Подобные мероприятия на самом деле дают возможность раскрыться каждому футболисту. Вот, например, сегодня в финале играет команда «Торнадо», в составе которой играет Ону Джозеф, нигериец, который по пока неподтвержденным данным через неделю будет проходить просмотр в футбольный клуб Ростов. И, возможно, уже будет играть как профессиональный игрок по контракту, получать, зарабатывать футболом себе на жизнь. В ходе церемонии награждения состоялась серия пенальти, в которой команда администрации ДГТУ со счетом 5-4 переиграла команду ФК Ростов. Решающий гол забил ректор ДГТУ Бесарев. Чехович Месхи. Турнир по мини-футболу может стать отличной путевкой в мир большого футбола для каждого талантливого участника, решившего связать свою судьбу с этим видом спорта. Мария Якушечкина, Дмитрий Годинов, ДГТУ ТВ. Почему начал курить? Может, от того, что заняться было нечем. Как бы в компании затянуло понемногу. Просто нечего делать. Все курят, а я курю. Ну, попробовал сначала в детстве, но мне как бы понравилось, я теперь не могу бросить, но очень хочу. Жизнь заставила. Потому что был молодой, ничего не соображал. А старшие ребята научили курить. Коляска с ребенком стоит, и вы курите. Я говорю, ребенка вы травите. Ну и что? Вот и все. Да, любопытство, скорее всего. Маленький был, молодой. Ну, если честно, то с дуру. И в заключении выпуска предлагаем вашему вниманию краткий обзор других новостей ДГТУ. Шестой межвузовский студенческий фестиваль «ПИАР» в Ростове собрал в ДГТУ более 340 участников из 27 вузов России. 6 лет назад этот проект был городским. С каждым годом фестиваль расширялся, и сегодня он объединяет юных пиарщиков со всей России. В этом году студенты успешно применяли пиар-технологии против терроризма и экстремизма. Также пиарщики презентовали интересные идеи по продвижению спорта в России, привлечению молодежи к выборам и попытались сформировать новые отношения к некоторым явлениям и профессиям. Все участники фестиваля получили возможность обменяться опытом со студентами других вузов и городов, познакомиться с проблемами пиар-среды, а также принять участие в мастер-классах и получить практические навыки в будущей профессии. Лучшие проекты были отмечены дипломами и прикладными подарками, которые помогут юным пиарщикам развиваться профессионально. Юбилейный межвузовский. В течение трех дней ДГТУ был захвачен новой планетой под названием «Реклама», которая собрала на своей территории около 450 работ юных рекламщиков из 9 вузов Ростова-на-Дону и 8 вузов России. Я хочу вам сказать, дорогие друзья, то, что сегодня в ДГТУ делается, то, что мы принимаем сегодня гостей здесь, то, что проводим такое мероприятие, это необходимо для того, чтобы вы увидели то, что мы делаем для учебы, для образования, для науки и для вас, чтобы вы могли продвинуться вперед
И это чтобы была реклама не только для нашего университета, для нашего вуза, а для вас, как для профессионалов, завтра, когда вы уже выходите на реальную жизнь, на реальную работу. Для творческих людей очень важно получить публичное признание, потому что это мотив двигаться дальше и понимать, что ты что-то умеешь в этой жизни. Так вот, я вам желаю всем, каждому, кто сегодня будет принимать здесь участие, двух вещей. Это открытие и минуты славы. Уже 10 лет межвузовский студенческий фестиваль «Галерея рекламы», созданный студентами, является отличным проводником в мир рекламного бизнеса, где каждый может представить свой проект и узнать много нового из мастер-классов, практических семинаров и тренингов, которые проводят настоящие асы рекламы. Девизом нашего фестиваля является лозунг «Выйди за рамки». Не за рамки чего-то пристойного, а за рамки серости, обыденности, необходимости создавать креативную, интересную рекламу. Результатом трехдневной работы организаторов и участников фестиваля явилось не только выявление талантов и награждение лучших, но и получение нового опыта, а также встреча с потенциальными работодателями. В номинации «Корпоративный имидж» лучшими стали студенты РГСУ. Они представили на фестивале проект тематически оформленного ресторана «Мафия». Я занимался оформлением этой идеи, дизайном, то есть воплощение вид, как она будет выглядеть. Вот. А вообще, ну как бы идея у нас достаточно интересная. Мы решили в городе открыть ресторан под названием «Мафия». Соответственно, это будет актуально для нашего города. Это будет интересно для его жителей. Целевая аудитория наша, соответственно, это премиум-сегмент. А главный приз от ректора ДГТУ Виссариона Чехоевича Месхи получили студенты Донского государственного технического университета за серию работ по продвижению проекта сервиса моментальной печати фотографий. Будем всяческим образом продвигать прямо на фестивале. Ну и в принципе в планах есть действительно открыть эту фирму и заниматься этой услугой. На данном фестивале мы, собственно говоря, покажем работу этой услуги, будем раздавать людям фотографии, смотреть на их реакцию. Думаю, понравится. Вероника Козлова, Дмитрий Годинов, ДГТУ ТВ. Сейчас мы находимся на выставке «Презентация Абитуриент-2012», где все образовательные учреждения области могут познакомиться со своими будущими студентами. Во второй раз выставка вузов торжественно начинает свою работу. Студенты ДГТУ подошли творчески к презентации своего университета на сцене. Образовательных выставок, та, которая посвящена абитуриентам и проблемам, связанным с абитуриентским корпусом, это самая важная и самая дееспособная, на мой взгляд. Она и устроена очень органично, она дает возможность абитуриентам познакомиться со всеми вузами в рамках предложенной программы. Она проводит и круглые столы по проблемам трудоустройства после окончания вузов. И надеемся, что это принесет свои плоды и результат, потому что старшеклассники могут узнать больше о ДГТУ. Я смотрю, в ваших руках очень много буклетов, газет. Вы познакомились со всеми образовательными учреждениями области? Да, со всеми. Ну и вообще, как прошло знакомство? Замечательно, если честно. Тут хорошо, что не надо ездить вообще в учреждение сразу. То есть, а тут со всеми сразу познакомишься и узнаешь, что тебе надо. Алена Такий, Яков Кардо, ДГТУ ТВ. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, ДГТУ Ньюс – это новости на любой вкус. С вами были Виктория Тамба и Анастасия Сергиенко. До новых встреч, ведь нам всегда есть о чем рассказать. We'll be right back.